Hey, yo, guys! Вы Миша Мики, и сегодня мы поиграем в игруху под названием Blasphemous Demo. Ну, это демо, ребята, говорю сразу, это не фулл игра. Так. Neuro Giga. Короче, какой-то непонятный язык, гамбинский. Ладно. Саундтрека почему-то пока что нету. Что у нас есть? Передвижение, в принципе. Мув камеры. Инвентарь на ину, это как обычно. Jump. Это Space. G это Parry. Переворот, скорее всего. Не. До хера далеко до переворота. Интерактив. Хотя, если мы ходим... Атака К. Хотя, не, здесь походу мы можем играть только с вами за счет клавиатуры. Да, типа нам рассказывается, что игра сделана Kitchen Time. Либо это маленькая предыстория игры. Ну, это долго читать все, то... Very hard. Поэтому поехали. В мечтах я что-то... Person. Мечтаю о чем-то. А шериф немного такой кривоватенький. Так, мы можем ходить. Так, это блок. И. Окей, допустим. Есть разрыв экрана. Вот это плохо. Да. Я зашел в меню, да, самое? А, continuum. Окей. Ну, блин, ладно, погнали тогда. Немного, конечно, кривоватое. Ну, как кривоватое управление. Лучше бы на мышку сделали. То, что это привыкать нужно, блок. Мощные удары, обычные удары. Кейп. Ну, допустим. У нас есть хотя бы этот. У меня разрыв экрана, ребят. Я не знаю, как у вас будет. Скорее всего, у вас разрыва не будет. Допустим. В мечтах... I was in my awakening. Пытается там что-то проснуться. Awake. Непонятно, за кого мы вообще играем. За какого-то мужика в шлеме. С конусным шлемом. Так, окей. Мы здесь можем сохраняться. Но я ничего сделать не могу. Так. Эти мостики... Да, ломаются. Хорошо. Какой-то мужик с кнутом. Какой-то мужик с гралем. На заднем фоне. Ага. Короче, когда они атакуют, мы можем делать бэкстепы. Бэкстепы там выполняются в виде, когда у них, короче, когда у них оружие начинает сиять беленьким таким. Это значит, мы можем... Ой, тихо. Так, у нас там закрыто. Пойдемте наверх. Бля, ну... У нас какая-то шкала наполняется с вами, когда мы атакуем.
выполняется какая-то шкала. И у нас тут есть с вами меч, левел 1. Реликвии какие-то, квестовые предметы, коллекционные карточки. Короче, все мы можем походу размещать. Игра так как на стадии разработки. Я не думаю, что здесь будет что-то уж вау. Может, игра еще полностью не реализована. Ну, от бета. Ну, что мы хотим от бета? Ну, да. Считайте, как быстрые атаки мы наносим. Замечу, что это какие-то мазохисты, которые бьют все по спинам и сами же себе наносят урон. Сильный или нет, я проверять не хочу. Так, хорошо, мы отпустили с вами мостик. Так, давайте заряженным попытаемся атаку. Он пойдет к нам? Ну, заряженная, да, чувствуется. Ага, у нас есть механика отскакивать от стены. Но замечу, что она работает только... Нужно, короче, прыгнуть и нажать кнопку атаки. Blazed Eaters. Какой-то, короче, виточек у нас. Непонятный. Ну ладно. Ага, внизу у нас написано, где мы сейчас. Нет, это новая локация. И у нас еще проход был вниз, да? Это у нас скаф, пещера. Какие-то циферки снизу. Джуин, версия игры, когда она вышла. Кажись. Я могу ошибаться. Хорошо, мы можем с вами отпрыгивать от платформ. Ой-ой-ой. Мне потом там не забраться. Там закрытая дверь у нас оказывается. Закрытая дверь, тогда не буду я морочиться. Видите, он как бы не очень высоко поднимается. То есть в каком-то может быть моменте игры это может быть у нас немножко такое проблематично. Понятно, что дело, ну, их руля в виде Dark Souls у нас. Только у нас нету стамины здесь. Но у нас есть две фасхи. 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 Не знаю, как правильно. Вау. Живая тёлочка, которая прикреплена к кресту. Окей. Ага. Так, скорость поднимается. Ванс атак 10 секунд. Какая-то... Короче, у нас поднимается скорость один раз в 10 секунд. Мы можем их прокачивать. Quick. Leave. Хорошо, допустим, мы поставили. Скорее всего, это активные у нас предметы. Потому что, видите, там, где у нас шкала изменилась... Изменились как бы... Это ж не просто камни, ведь так? Ладно. Мужики забиты камнями. Есть вероятность, что немного здесь у нас игра идет в христианский, как бы так сказать, промежуток. Здесь у нас еретики. А урон, когда мы не получаем, когда мы лазим. Ну, забираемся, так сказать. Окей. Не-не-не-не-не. Первый в меня камни кинете. Хорошо, мы можем приседать. Атаковать приседя. Бля, я бы хотел посмотреть, сдохнет он. Ну, понятно, что я могу подкаты делать. Ой-ой-ой. Еретики чертовы.
Так, наверху что-то есть. Наверху что-то есть, но достать нельзя. Какая-то сфера. Если бы это была бы Dark Souls, я бы сказал, что это сфера душ. Кэмэтэри. Кэмэтэри. А, непонятно. Бридж. Мост. Может, там были скалы у нас, получается. Ну, у меня English no perfect. Но я более-менее могу на нем говорить. Так, окей. Какой-то старик. Активировать. Пенилтал. Пенилталт. Типа вы путешествуете там Sky или найди, помогите найти ключ. Name and people. Для большинства людей. Короче. Do not my like. Мне не нравится ли ему не нравится. Look face. Лица. А, посрать. Тут дохера что-то текста. Буду, конечно. О, какой-то храмик. Ну нафиг. Что у нас здесь было? О, я вижу часть души стоять. Сейчас узнаем, что это за фигня. А ну могу я тут спрыгнуть? Допустим, нет. Но мы можем сюда забраться. Подбираем. Ой, непонятный квадратик. Либо это такая единица, либо это четверка. Immortal. Очень редкий. Name. Name, name, name. Фу. О. Восполним силы. Так, мужику нужен ключ, так? Поэтому мне его нету. Так, там горит какой-то... Мы можем пойти в замок. Либо пойти вниз. О, вниз. Оу. Какие-то призраки у нас. Ау. Ну, дамаг я не скажу, что на самом деле большой. Убивается с двух. Окей, в игре есть секретные стены, ребята. Что-то тоже точно взято из Dark Souls. Секретные стенки. Мы с вами в каких-то катакомбах. А. Аркан, что-то то-то там. А как бы я сюда еще попал? Хорошо, ребят. Нас это ваншотит. Понятное дело, что мы пойдет потратим, да-да, потеряли мы все с вами. Потеряли, как я не знаю что. Окей. Не за все блоки можно хвататься. Вот черт. Непонятные светильники. Хорошо, мы удержимся нормально с вами за эту фигню. Окей. Так, как отхилиться? F. Мы взрываем какой-то флакон и нас хилит. Допустим. Heal upgrade.
Шар апгрейда. Но это квестовый предмет. Тоже замечу такой момент. Допустим. Все, да? Значит, мы с вами восполняем свою сферу. И идем дальше. Только я не понял все равно, как мне достать тот предмет, который находится наверху. Перекаты здесь почти самые удобные, ну, скольжение, даже так сказать. Удобный способ передвижения. Катакомбы. Вау. Так, сразу. Здесь хорошо, что можно посмотреть, куда мы прыгаем. Ага, ваза нас показывает проход секретный. Из этих урн у нас ничего не падает. Ой, тихо. Сзади людишки ходят, бродят, только модельки одинаковые. Туда можно войти. Вау. Давайте войдем, слушайте. По идее... А, хотя, навряд ли. Может, тут просто так свечи стоят. О, старушенцы. Так, Hold Bless Famous. Снова смотрим. Это у нас предмет It. Имтовский. Ладно, я слишком темно, я не могу пройти, мне нужен какой-то светильник. Ну, чтобы зажечь. Чтобы туда попасть, мне нужно зажечь свечу. Чтобы оно осветило нам дорогу. Да, попасть я таким способом не могу. Здорово. То есть, в какой-то степени мы должны были сюда все равно прийти или как? Туда я тоже думаю, я не допрыгну. Хотя... Так, еще какие-то монахи, ну, на этот раз у нас светильниками. Они нас атакуют, даже когда мы их атакуем. Вау, вау, вау. Ё-моё. Вау, вау, вау. Нас еще плюс не фулл хилит. Так, ладно, туда мне не попасть. Какой-то призрак летает вокруг этого тела. Много развилок. О, нет! Подожди, ну что ты нападаешь? И главное, походу, ее убить нельзя так. А у нее же там... Она же без трусов? Тихо. Блин, не вижу, стоять. Мне кажется, таким успехом я сдохну. Я хилился! А, она не суть. Не суть важно, без трусов она или нет, хотя с другой стороны... А не... Ай, хера с ним. Хорошо, я не поджёгся.
Окей. Погнали наверх. Мне нужно отхилиться где-то. Это комбо. Те же самые катакомбы. Тебя не остановить. Бла-бла-бла. Что-то там время. Так, хилим. Мысли. Все отлично. Я просто удивился. Так, а что здесь? Ага, это у нас проход, походу, внутрь, да? Ибо сейчас собака гавкает. Проход внутрь. Наверху сундук офигенно золотой. А, я думал, это типа арены. В бэкстепе мы всех одинаково. Бэкстепим, ну я просто сравнил призраков тех же. Аж интересно, что там будет. А ну давай. Какая-то ракушечка. Ой, боже, здесь даже описание для них есть. Лор. Это у нас лорный предмет. Давайте я его поставлю. Вернемся туда обратно. Ладно. Не знаю, сдыхает он с высоты или нет. Так, тоже закрыто. А вот такие вазы показывают секретный проход. Бывает, показывают. Так, поехали. Оп. Эти не ломаются, только вот такие, да, вазы ломаются. Так, мазохисты, убиваем. Убиваем мазохистов. Саундтреков всяких тут не хватает. Может, игра... Да, тут тоже закрыто. Может, игра еще... Блин, бля, это же бета. Блин, че я прибался к игре? Так, закрыто. А, это ты тут херячишь? Так, ему нужно найти тоже ключ, чтобы открыть нам эту дверь. Не показался ли бы ракушка у него теперь на ноге, на штанах? Так, поехали. Воу, блин, ну вот... Главное, что он, видите, и бэкстепится. Душа. Какой-то еще коллекторный предмет. Так. Так, мы можем... Нет, не можем. Наверх проход у нас есть. Открыть. Какой-то пергамент. Вау. Песочные мужики, туда можно попасть. Давайте пойдем наверх. Если это именно другая какая-то локация, тогда пойдем вниз. О, да. Упаду, так скорее всего будет быстрее, мне кажется. Сады потом пойдем, когда здесь все посмотрим. Что за звуки? Да. Бля, что-то мужика вниз унесло. Пойдемте тоже. Так, секретно, давайте проверять стены.
Воу-воу-воу. Вот твари. Хилимся. Так, кровавый какой-то что-то то. Открываем сокращение. Пробел и верх кнопку нельзя одновременно держать. Так, ладно, давайте посмотрим, что у нас теперь в той стороне. Был ли я там? Ага, мне нужно, получается, в эту сторону идти. Чтобы это узнать. С этой стороны. Нет, нет, нет. Короче, нужно заранее прыгать, чтобы он меня не грохнул. Так, где я его видел, проход этот? Либо можем пойти поверху, ребят. А у нас типа проход один из двух. Давайте наверх. Воды. О, светильник. Из... А как мне... Пергамент. А ну, мне аж интересно. Как их юзать? G, кажется, да? Не, G это блок. Что за фигня? Воу-воу-воу-воу! Воу! Нихера себе! Не, ну... У меня вопрос, это был босс? Так, ну здесь платформа, чтобы можно было запрыгнуть. Так, какие-то двери. Так, на изгиб можно запрыгивать. Еще одна книжка. Пойдемте внутрь. Это мы были в садах. И мы снова в каких-то пещерах. Понятно, туда можно пойти. С этой стороны у нас закрыто. Уев. Ага, двери закрылись. И с той стороны тоже у нас прохода нету. Есть вероятность, что это у нас тип арен. Да не, бэкстепятся враги. Да, похоже, это типа арен. Давайте сначала сюда проверяем. Так, хе. Ух ты же, зараза. Воу-воу-воу! Прохода там нету? Манать! Давай! Там тоже, да, дверь у нас закрыта? Да. Да, и тут двери закрыты. И тут двери закрыты. Воу-воу-воу-воу! Какие-то колокола. Хорошо. Они у нас перемещаются зеленым светом. Ой! Какие-то заключенные духи. Так, давайте я отхилюсь на всякий случай. Это последняя у меня хилка осталась.
Еще что ли? Ух ты ж, ё-моё. Давайте я... Воу-воу, тихо, так, подожди ты. Приятель. Блин, не достаю его. Тихо. Едешь? Замечу, что когда он до меня дотрагивается, урон мне не наносится. То есть вот это вот продумано. Хотя... Разве в Dark Souls урон наносили враги? Прикосновением? Не-е-е. Ладно. Мы прошли эту фигню. Окей. Нифига себе. Что-то в наш меч влилось. Инвентарь. Второго уровня у нас меч с вами теперь. Ладно, поехали. Так, опять закрытый ворот. Давайте тогда найдем сохранялочку. Я не знаю просто, куда я иду. Куда-то я иду, это точно. Что? Как я... Окей. Вот, короче, сохранялка. Давайте тогда тут и остановимся. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока. Чао.